Друзья, добрый день. Мы с вами у вольера гиганта Федора. Несмотря на то, что вторая половина лета, Федя еще не полностью полинял. Федя всем своим видом показывает, что к угощению готов. Вы уверены, что Анте надо? Нельзя. Да, действительно, Федя, как и слоны, тоже целиком от ограждения в экран не вмещается. Причем у него передняя часть гораздо массивнее задней. А вот Федорович, тоже уже такая бородочка у него. Рога какие. В природе бизонам надо уметь за себя постоять уже в раннем возрасте. И вот мы видим по этому подростку, что действительно с таким вооружением он уже может дать отпор и волкам, и другим хищникам. Что ж, друзья, всем большой привет от бизонов Тайгана.